Сьогодні у нас в студії Сергій Жмур, начальник відділу захисту населення і території. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Люди, вони були збентежені, вони писали у соцмережах повідомлення, деякі лякались, деякі багато питань було. Навіть наш мер Сінкевич, наприклад, теж він написав своє повідомлення у Фейсбуці, пояснення. Тому людям потрібна роз'яснена робота. І щоб зрозуміти, що це було і що робити у таких випадках. Понятно. Ну, смотрите, я хочу сказать, что, чтобы было более понятно, что правовое регулирование в сфере гражданской защиты осуществляется кодексом гражданской защиты, а в частности то, что касается оповещения населения про угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, это положение про порядок оповещения в этих ситуациях, утвержденного постановлением Кабинета министров номер 192/99 года и порядком эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения. Вот эти законодательные акты, они определяют, что оповещение осуществляется с помощью государственных, региональных, местных систем оповещения и так далее. Вот эти сирены, о которых пойдет дальше речь, они входят в комплекс внутриобластной системы оповещения сигналов ВОВ. На территории города у нас размещено порядка 120 сирен, более 350 всевозможных блоков управления и контроля. В соответствии вот с этими документами оперативный дежурный областного управления по чрезвычайным ситуациям ежедневно в 10 часов проводит техническую проверку вот этой областной системы оповещения. В чем заключается эта проверка? Что, во-первых, система оповещения она работает по 6 командам. Первые 3 – это сигнальные команды, в том числе запуск электросирен. 4-5 – это передача голосовых сообщений. 6-й сигнал – это именно проверка технического состояния. И вот в 10 часов воскресенья при проведении технической проверки вначале идет по стойкам... Ось мы бачим инструкцию, что треба робити. По стойкам стандартизованного вызова идет речевое сообщение, что проводится такая проверка. Уполномоченные лица, где установлена специальная аппаратура, в телефонному режимі докладують дежурному. Так, хто це робить, ми розібрали. Сергій, а як відрізнити тривогу від звичайного сигналу? І от потім, коли при прохождении 6-го каналу на АТС-306 встановлена спеціальна стойка П-169Е, которая отвечает за запуск электросирен. В результате, по предварительной информации, короткого замыкания вышел один из блоков управления и произошла сработка 10 сирен. Вот. Хочу сразу сказать, что по всем, в соответствии с нормативными документами, по всем случаям отказа работоспособности системы оповещения или несанкционированного запуска проводится расследование, составляется двухсторонний акт между нашим управлением и Николаевской филией Укртелекома. Что означает работа сирен? Если граждане, во-первых, так еще треба робити, якщо вже работа сирен – это прежде всего означает сигнал «внимание всем». Сирена работает в прерывистом режиме 3 минуты. Это, еще раз говорю, внимание всем. Население, на работе, где находится в городе. То-то лякатись не треба. Лякатись не треба. Во-первых, это не значит, что что-то случилось. Идет оповещение про угрозу, возможно, или уже что-то случилось. Необходимо включить телевизоры, у кого что есть, естественно, приемник. Телевизор, радио. Интернет, да. Потому что у нас заключены договора, в том числе и с вашей компанией, про... информирует население в оперативном режиме, передается, в соответствии там, с договором информации, которая размещается на вашем телеканале и всех наших телекомпаний, которые у нас размещены в городе Николаеве. Это или бегущей строкой. Тобто наступного разу ми не лякаємось, ми не б'ємо паніку, ми не йдемо в Фейсбук, не пишемо повідомлення, що трапилось, вмикаємо телевізор, там буде інформація. Якщо дійсно тривога, там буде інформація, то, там буде інформація. На Градському сайті буде інформація і на сайтах з тими провайдерами, що у нас, дякую вам, Сергій. Я нагадаю, що у нас був Сергій Жмур, начальник відділу захисту населення і території. Дякую, що прийшли.